Всем привет! Ну что, я поменяла шапку, убрала свой зимний костюм в дальний угол. Это значит, к нам пришла весна. Наконец-то! Птички поют, солнце яркое прижигает. Сегодня очень-очень тепло, хорошо. Даже домой заходить не хочется. Так, помнится, мы в этой клумбе в прошлом году посадили батон. Зеленый лучок. А ну вон, вижу. Давай вылазь, мы тебя съедим сразу. Первую же неделю. Кошки начали в грязи валяться. Недостаточно же грязные, надо погрязнее изваляться. Тепло, всех растащило. Так, Сережа добивает последний снег. Чтоб он побыстрее растаял. У нас его почти и нету уже, все. Так резко сошел вообще, буквально 2 дня, и как будто ничего не было. Вон гора напротив дома вообще сухая уже. Горбыль нашатаял. Вот он весь ровненький. Ну все, теперь только ждать, пока земля оттает, все просохнет, и вперед. Так, что у нас из последних новостей? Значит, за последнее время были у нас в охоте герда вишня. Мы их осеменили. И теперь тоже будем ждать результатов. После последнего осеменения, значит, у нас теперь сосуд Дюара полностью пустой. Это были последние дозы. На Милку мы будем брать отдельно дозы, естественно, потому что у нас сосуд Дюара на такое длительное время хранения не рассчитан. Поэтому мы брали только на 4 коров. Милка будет гораздо позже осеменяться. Вот он, этот мешочек, в котором были дозы. Что-то тут написано даже. А, ну это вот номер, название нашего быка, количество доз. И вот это, я не знаю, наверное, дата, может быть, когда их сюда поместили. То есть им больше года, этим дозам. Просроченный уже, в общем. Для интереса мы решили измерить, сколько же там, какое количество азота осталось, уровень, как сильно он испарился. Сережа вот такую палочку притащил. И сейчас вот мы опустим ее туда вниз и посмотрим, сколько осталось азота в этом сосуде. Ну что, проверим, насколько у нас хватает. На данный момент после заправки у нас прошло чуть меньше 2 месяцев. Ну, то есть ровно до 2 месяцев, где-то дней 9, может, вот так вот. Через 9 дней будет ровно 2 месяца, как мы заправили сосуд. Так, сейчас поменять. Вот. Это мы достали до азота. До азота достали. До дна? Ага. Вот столько у нас азота есть.
Одна, да, это. Да, вот столько вот еще. Болтается. Сантиметров 10, наверное, здесь. Ну, где-то. Да, больше даже. Ну, в общем, держит он неплохо. Производитель у него заявляет, что хранение азота у него в течение 2,5 месяцев заявлено. Но это без использования. Ну, а так как мы использовали его неоднократно, то вот, пожалуйста. Ну, еще где-то, если подождать, пока совсем испарится, то 2 с копейками так и есть. Ну, то есть 2 месяца, ну, он так, точно держит. Мы 4 раза открывали его, чтобы осеменить. Да, плюс еще мы репетировали до там. До этого 2 раза мы репетировали. Плюс сколько раз мы глаз туда засовывали. Ну, так что, в принципе, заявленное, да. Тем более, как бы там до испарения еще 10 сантиметров, ну, я не знаю, сколько это. Ну, блин, может, 4. Да, ну, 2 месяца он у нас точно будет держать, даже с учетом использования. Да. В принципе, это нормально, нам больше и не надо. Более он стоял в сенцах, но когда холодно было, так-то здесь тепло, в принципе, постоянно. Ну, летом-то понятно, будет жарче, но нам летом... А нам летом он и не нужен. Да. А еще мы купили еще один тест на стельность, который решили опробовать на точно не стельной корове. Ну, что вы думаете, он показал, что она стельная. Ну, это уже несколько часов прошло, он чуть-чуть посветлел. Через час после внесения пробы, то есть он был ярко-фиолетовый. И вот такой вот, посмотрите, обильный густой осадок. То есть по инструкции это корова стельная. Но опять же, как мы брали от вишни этот анализ через 2 дня после осеменения. Но я считаю, что это то же самое, что от нестельной коровы, скорее всего, взять, да, потому что, ну, какой там может быть положительный анализ через 2 дня после осеменения. Вот. Ну, теперь, в общем, мы вообще все в сомнениях, непонятно, доверять этим тестам или нет. Так, а еще, ребята, у нас случилась вот такая вот беда с решеткой нашей уже 2-й зернодробилки, вихоть. Такая оранжевая, да, показывала раньше, которой мы пользуемся. Вот 350-я. Вот вчера Сережа обнаружил, что решетка вот в таком вот состоянии. Хотя не было ничего, никакого скрежета там, ну, что-то туда что-то попало, что могло ее вот так вот просто разорвать. Ничего не было, ни посторонних звуков, ни, ну, вообще в полном недоумении, что с ней случилось. Поэтому вот завтра планируем поехать в район, и придется менять вот эту решетку, покупать новую. Ну, вроде мы видели, там лежали от нее запчасти. Это благо, если она будет. Вот, не везет нам с дробилками. Так, ребята, табак все-таки повылазил. А лучше всех взошла махорка обычная. Вот. Ну, тут еще кое-где какие-то сорта вон проклевываются. Россыпью где-то там 1, где-то 2. Так, это вот из интернет-магазина. То, что мы заказывали, тоже вон мелочь всякая посыпалась. Вот здесь, вот тут вот уже большенькие, вот тут мелкие. Вот сорт вылез. Ну, то есть прорастает. Вон повысыпало все. Они же супер-супер мелкие. Там такая мелочь вообще, эти семена, что их посадить ровненько практически невозможно. То есть они прилипают прям к тебе. Ну, вот. И рассыпается все. Поэтому россыпью все взойдет. Ну, как зайдет, так зайдет. Посмотрим, что вырастет. Так, следующий денек. Уже так пасмурно, все, солнца такого нет, ну хотя тепло также, просто пасмурно, небо все вон тучами заволокло, и вечерок, печку топим. Так, Сережа тут навоз кидает за сараем, наша куча все больше и больше, шире и шире. Вот. Жалко только, что еще, наверное, целый год ждать, пока ей воспользоваться можно будет, да? Ну как, чернозем же надо, чтобы да, перегорело оно, это все, да. Так, на следующий год. Вчера, когда было солнышко, тепло очень, мы с Сережей пешком прям вон на ту гору ходили. Просто пошли, решили прогуляться, одели сапоги и вперед потопали, залезли наверх. Посидели, на все вокруг посмотрели, какие-то домашние дела обсудили, поболтали и назад пришли. Такая прям хорошая прогулка была.
пока Сережа там на улице навоз кидал. В сарае вакханалия какая-то началась. Все орут, слышат, что он там, мы разговариваем. Лада первая начала орать, подняла весь сарай на уши, вишня присоединилась, бусинка, чтобы все разорались. Зашли, все, все успокоились, обратили на них внимание. Да? Ой, ты моя хорошая, у тебя пусто в кормушках. Все, сейчас мы будем управляться, всех накормим. Все, ребят, мы побежали управляться. Вон, какой хайп подняли. Все хотят кушать. У нас скоро уже вечерняя дойка. Мы сначала все покормить. Вот, сегодня очень коротенький ролик. Пишут, что вы делаете. Пишите комментарии, ставьте лайки. Увидимся в следующих видео. Ничего не слышно, Лада, из-за тебя. Все, всем пока-пока.